3 часа ночи, я уже решила, что мне некуда деваться, я пойду выпью пустырника, чтобы хотя бы хоть как-то успокоиться. Вот, и где-то, наверное, в 4 утра я уснула, а проснулась в 6. Мисс Екатеринбург 2023. Александра Кузнецова. Я думала каждый день, визуализировала, каждый вечер засыпала с мыслью о том, что я стану мисс Екатеринбург, я стану мисс Екатеринбург. То есть проговаривала все время в своей этой голове одинаковые цифры на часах, например, каждый раз загадывала желание. Мы очень дружные, для меня самые близкие друзья – это мои сестры. Они просто прыгают, плачут, обнимаются, ну, неподдельные эмоции. Радуются за Сашу и сестрам. Кстати, одна из них, Полина, 5 лет назад стала вице-мисс Екатеринбург. Так что теперь в семье две королевы красоты. Мальчиков делили? Нет, у меня очень большая разница в возрасте. Старшая сестра меня на 9 лет, получается, старше. Средняя на 3 года. Как-то это все без этого обошлось. Зачем красивой девушке из Екатеринбурга диплом экономиста? У меня вся семья экономисты, у нас династия, так скажем, начиная с прабабушки. Я пошла по их стопам. А что бы ты выбрала, быть красоткой или умной интеллектуалкой? Все должно сочетаться. Вообще очень важно, мне кажется, иметь какую-то харизму, открытость, а внешность, она уже уходит на второй план. И самое главное, ключ от двухкомнатной квартиры. Я еще живу сейчас в Арамиле, и я еду до дома час, поэтому я просто приезжала, ложилась спать. Когда переезжаем? В 26-м году. Уф, долго? Долго. В 25-м году нам, ну мне, должны отдать ключи, квартира достроится и плюс ремонт. Какой должен быть идеальный мужчина? Который имеет свои цели какие-то, чтобы двигался, не стоял на месте, чтобы мотивировал меня. Вот, высокий, потому что с моим ростом очень трудно найти кого-то повыше. Вот, ну, красота, я думаю, не так важна.